Поздравляю, вы в 38-й серии крутого выживания с одной жизнью от Командора за персонажа богиня, ня-ня-ня, вот такая тема, и за девчонку. Вот, эта серия будет, скорее всего, посвящена полностью снабжению, вот, мы будем перекидывать, ну и развитию поселений. Мы будем перекидывать вещи и централизовать в их переулке по многим причинам, в том числе из-за бага тут местного. Итак, начинаем, да, решать баг на баге. Во-первых, в теории грязная вода, как написано в фэндоме, возможно, еще лимонад Дизера, влияет на выработку воды. Это самое важное поселение в плане выработки. Мы, соответственно, не можем этим пренебрегать. Вот. Такая тема. Далее. Мне нужно помощь взять, ну, например, 3 бритвозлака. Я буду доброй богиней. Что-то еще где-то. Кукурузку. Ну, 4, так 4. 3 моркови, ну и 3 мутафрукта, в принципе, у тебя будет различие. Мы попытаемся все-таки, ну, различная еда. Струджеса, в теории, он может, ну, кстати, как крышки фармить, как вариант строить магазины, хотя очищенная вода — это более грамотный вариант. Так вот, мы все-таки, ну, я точнее, или мы, я с богиней, с моим персонажем, полагаем, что Струджес может быть виновником торжества. Но пока там много болтов не понадобится. Тут я решил в этой серии, да, Струджеса перекинуть, ну, в теории, в очень большой теории, если мы его скинем, то тогда все будет ништяк. Хотя прочитал, что когда где-то до 10 человек, включительно в поселении, тогда баг этот не работает. И мне как-то кажется, что это правильнее. Вот, еще я знаю другую тему, если просто там в определенный момент выйти, отойти от поселения, и оно будет нормально, особенно если спустя час игры оно будет нормальным, то тогда просто в Сенчу не надо заходить, чтобы не вызывать этот баг. Такая тема. Можно проделать. Так потом и будет. Но, конечно, баг крайне неприятный. Да, вот проводка ему там нужно будет слегка. Пару пружинок, окей. Хотя вроде не пружинка, а шестеренки мне нужны 3. И нифига вроде не работает этот навык. Точнее, не навык, а то, что доп при разборе. Либо это нужно вручную, что ли, разбирать на станции. Ну, как-то непонятно. Вот, вроде этого должно хватить. Еще я... Но это мы потом будем делать. Вот там вот с ловушками разбираться. Пока как есть, так есть. Так, Пейпер. Ты где? Во-первых, где Пейпер? Я хотя думаю по снабжению, но возьмем в основном в Starlight тогда. Основа Paper. Paper. Я специально просто этот сейв загрузил. Я мог бы там продолжить другие записи, но я вас вот забочусь, стараясь меньше фуфла показывать. И прорабатывать предварительно серию, хотя бы частично.
Вот, и в том числе здесь, да, я проработал. Я до Струджеса, ну ладно, тогда сначала его, вот это вот косяк мой, из-за того, что несколько раз одним и тем же делом занимаюсь. Не, поближе, пожалуй, колонку вот сюда, чтобы я тоже пить мог. Шестеренки, да, удалено. Пища. Ну, обычно я в другом месте ставлю, но пусть будет здесь посев. Может, он сразу додумается, что-то пару моркови, ну, сойдет. В принципе. Вот тебе мини-садик. Будешь кормить собаку. У него будет специальная тогда задача заодно. Кормить собачку. А, текстиля нет, но ему на одну кроватку хватит. Пожалуй, еще тогда вот. Текстиль еще возьмем. Необходимо один. Считается, что собака, что ли, съела место. Так, и еще оборонки. То есть, если без обороны он будет там страдать. Ну, хотя бы, да, одна турель ему сойдет. Струджесу. Вроде бы он парень так-то неплохой, он сбежавший синт. Такая тема. И мы все равно не могли больше, чем одну построить, между прочим. Здесь тоже я придумал... Как это, кстати, не парадоксально, но маленький генератор получается самый лучший вариант. К каждому, чтобы включать-выключать. Труджес. Погнал. Далее. У нас вроде... Ну, а, нет, ты назначен. Но что-то ты... Ты забагованный, я подозреваю, тебе нужно все-таки на пищу. Такая тема. А вот ты нет. Иди продавай. Вот. И еще. В теории. Теории. Кепка газетчика дает одну харизму. Это может влиять на цены. Но это теория. Можно ее проверить. Но лучше просто в целом не оставлять. Так, ну и погнали на снабжение. Задача снабжения. Сейчас, да, единственная игра продумывает... Все, переназначен. Еще раз, на всякий случай. Ну и пока мы будем, да, заниматься снабжением, мы потом проверим задачи. Погнали, пейпер. Сейчас я думаю, как мы пойдем, пейпер. Пожалуй, тут канистру соберем. Конкорд мы еще не можем. И скоро, да, мы еще займемся полным обыском везде. То есть сейчас мы идем до стоянки. Тут я еще заодно проверю на количество поселенцев раз, ну или вообще на точку респа. Точку события здесь.
Надо проверять, опять же, очищенную воду. Мы без очищенной воды, в принципе, не можем свалить. Хотя я вроде сделал в переулке висельника. Вроде странствующий бар. Да. Но проблема в том, что мы не построили еще ту самую фигню, да. Даже обыскал, и он не изменился, хотя мы вроде далеко отошли. Мне нужно именно построить магазин пищи. И, возможно, нужно 20 поселенцев. В Сенчури, как написано. Ну, не в Сенчури, а в принципе в любом поселении. Для того, чтобы была возможность поселенец, все верно. Чтобы заманить человека в свое поселение вот такого типа. Это к тому, что баг, к сожалению, туповат. А, ну и по собачке каждому. Hey, like... Да, конечно. Okay. Starlight, давай сюда. Еще одну, получается. Дальше переулок. По защите подсчитал, что вообще для того, чтобы мало нападали. Ну, с одной стороны, мне так отчасти и нужно, чтобы мы меньше бегали. В 3-4 раза больше должен быть показатель обороны, чем выработка обоих ресурсов. И даже, возможно, энергии. Такая тема. Так, а нам нужно... тоже потом взять это. Вот, грязная вода. Грязную с собой. Возможно, тогда появится очищенная. Ну, а хлам надо как бы оставить. Единственное, возможно, я возьму только вот это вот. Может, волокна потом понадобятся на производство. Мне показать. Да, вот деталь синта. Где-то мы уже встретили. Между прочим, еще заодно. Ну, мы его уже небось разобрали. Черный ящик. Ну, возможно, там ничего важного нет. Действительно. Если бы это был квестовый предмет, он все-таки должен был. Квесты попасть, а не в хлам. Наверное. Скорее, да, уже разобрал давным-давно. Потом тоже попытаю счастье, прочитаю. Нету, да, бутылок? Нет, есть. Может, да, будем наполнять по пути. Опять же, задача снабжения, мы пока из Степайнса возьмем большую часть ресурсов на продажу. Там с магазинами напряженка. Че, серьезно, отключилась? А, черт, да. Тот же джин появился. Затупок. Затупок. И заодно можно проверить по инфо мастерским. Видите, надо возвращаться. То есть это тупо баг. Как баг. Ну там, потому что ты не назначен, только почему два человека? Если ты там один, то ли ты два раза записался, то ли считается собака. Условно. Я там даже заметил, что счастье маленькое. Еще мы текстиль, но текстиль мы, наверное, сейчас возьмем здесь и где-нибудь найдем. Либо из Топайнса возьмем немного текстиля.
И жаль, но игра вот в этом аспекте забагована. Это важный аспект поселения. Вообще-то. Могли бы поправить, но Bethesda наплевать. Вот. Конечно, можно пройти, но не, это напрягает очень сильно. Повторю, в принципе, поселение, так они даже и сделали миссию на поселение, ну, Bethesda, все, что я могу сказать. Можем, но не хотим. То есть ты меня... Нет, отблагодаришь? Hey there. You saved my life. Please, take this. Ну, молодец. Ну, и опять же, халявные крышки, то есть вернули за собаку. Тут что-то валяется, ладно. Ничего важного точно нет. И не забудь текстиль взять. В ТПНсе. И вроде только определенные поселения багуют на эту тему. Либо я действительно не так много держал там. Во-первых, с хлама начнем. Помощь тоже может быть, у вас есть грязная вода. Но вы вырабатываете очищенную. Скорее, действительно, вот эта вот грязная вода мешает. Забагованность. С собой... Несем. Да что, нету этого, что ли? Серьезно, текстиля? Конечно, есть вон мартышка. Ну, все остальное, наверное, да, оставляем. Бутылки только. Оставляем, потому что нужно развивать, как я уже говорил, это тоже поселение. Но бутылок, наверное, нет. Нет, вроде я видел, вот. Ну так, слегка. Ну тогда да, ядерные мини-заряды навряд ли. Блоки. Пока так с собой носим. Еще до один. Просто по пути мы когда пойдем. Или таким образом, да, централизируем пока в Сенчере. Мы же не будем 10 дел делать. Ну, если что, сейчас Пайпер немножечко скинем. Пока так бежим. Так, замечательно. Сейчас я хочу проверить. Получается, они меня снабдили. Сенчери тупит. Ну, тупо счастье. А че 4? Переселил как-то. Так, нужно зайти в счастье посмотреть, что за фигня. Вы должны быть счастливы. У вас все есть. Но счастье падает. Из-за нападений, что ли? Ладно, пока не существенно. Но странно. Реально бесит эта забагованность во всем. Мы не проверили, ну знаете, пофиг. Тогда уж. Не буду возвращаться. Не проверили точку возрождения. Аутрейдер.
появился. Ну иди сюда ко мне, Пайпер. Потому что я не могу это нести. Да. Теперь я даже удивлен. Чё за фигня? Но благо я тебе как бы скинул. Но что за фигня? В принципе, мне в Сенчере тоже нужно торговать. Сейчас мы скинем все вот это ненужное. Тебе чисто ядерные блоки. Которые мне тоже как бы... А, ядерные блоки можно как гранаты кидать. Только не знает, как там это точно работает, механика. Короче, никаких синтов. Это чистый баг. И с этим, блин... В принципе, ничего не поделаешь, кроме как... напрягать разрабов, которые нифига не будут делать. Вот серьезно, вот этот вот баг очень сильно напрягает. Почему нельзя было его решить? Ладно, там остальные тоже напрягают. Но этот печален. Сейчас заодно, пока будем подходить к красной ракете. Два человека. Ты чё, себя клонировал? Приковите, сейчас приходим два Струджеса. Я поржу. Ну, скорее собака считается. Хотя, когда я его сюда вроде подкидывал, собака не была на счету. Теперь видите, один. В мастерской. Ну, может быть, собака как бы считается, но так себе. Подсчетно. Струджеса можно обратно. Ну, пусть будет пока уже здесь. Уже что сделано, то сделано. Вот. Потом, если что, переселим обратно. Раз мы поняли, что, скорее всего, дело не в тебе, как я и подозревал, между прочим. Ну и заодно проверим точку. Возможно, две. Вот и она. Сама пришла. Мутанты, идите. Но надо аккуратно с вами все равно. По гражданскому нельзя попасть лицо. А ты не видел, вот тут вот рядом есть, что есть у меня для тебя скорее здесь все. Сейчас будет прикольно, если грязная вода уменьшится. Еще знаете, что-то сказали такую тему? Активировать? Нет. 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 А значит, бетонная установка или... Можно вроде набирать очищенную воду. Сейчас проверим. Просто, да, вот так вот. Я нажимаю, ну, на Е качать. Я нажимаю R. Бифёзда. Ой, бифёзда. Значит, нельзя. Так. Ну, поселенца можно было бы обратить, а почему бы и нет? Собственно, давай. Как мы поняли, нам все равно сейчас
больно жизнь. А, даже так. Он и так включен. И, во-первых, я хотел тогда проверить, очищено. Ну, матушка, мы тебя можем грохнуть, когда хотим. Тут такой вопрос. Ну, немножечко Престон разозлится, ну и пофиг, слегка. Здесь очищенная пока, ну, либо она сама просто не возродилась, либо что-то в этом духе. Пока, во-первых, чиним это, и где? Берем, получается, Пайпер. Зажигательный, кстати. Случайно таскала ты с собой, но мы уже считаем, что все будет в переулке делаться. Так что основу кидаем туда. То есть зажигательный туда пойдет. Да, сенчери тоже важный, пока еще пост. И он всегда будет важным. Но не в плане сбора общих ресурсов. Такая тема. Ну и все это, да, уходит на снабжение. Единственное, все-таки... Ну, надо полное, да, снабжение, так что пока бегаем. Вот. Назначен. Крышки 2000 надо. Я думаю, тогда еще другую, но вроде тогда стали не хватает теперь. Или все-таки 3000 на магазин. Нет, 3000. По-моему. Да. Да. И, соответственно, Пайпер, во-первых, подходи ко мне. Плохо подходит. Давай, потому что ты мне нужна, я в тебе ядерные блоки. И пока мы идем с ядерными блоками. И зажигательное обратно возвращаем. И слегка хлам. Сейчас я ее по полной. Ну и боеприпас, но так себе. Мы да больше таскаем в качестве самообороны патронов. Единственное, я думаю, это правильное решение, но можем, конечно, зайти в хранилище лодок, например, за боезапасом. Но пока его хватает, это не критично. Не буду вас удручать. Все-таки 10-миллиметровый основной боезапас увеличиваем. И, честно говоря, что-то дробовик пока упал. Пути не факт, что мы сможем пополнить его. Или хотя бы удержать уровень. Патрон дробовика, чего я не вижу. Вы не говорите, что я всегда тратил патрон дробовика, но оказывается, у меня нет запасов патрона дробовика. Не, че, серьезно? Или кто-то их стырил? Удивительно. Удивительно, но факт. И ладно, 308 тогда побольше качаем. Ну, в основном мы ради здесь... Или хранилище пройти, в том плане, что там... Ну, мы же еще должны подкачиваться, да, наверное, так и поступим. По-быстрому. То есть сюда, сюда, чисто сейф взять. Хранилище. А здесь важная проводка. Пока я планирую так.
Единственное, я накосячил, не включил время, но я ощущаю же время местное. Сколько мы должны потратить на серию? В теории, я ощущаю. Пожалуй, надо было пищевую пасту съесть, но она, надеюсь, действует. Ну, то есть вот это вот берем. Самое вкусное. И проходим по точкам. Респа врагов. Не заходя, получается, в ресторан. Да, Пайпер, у нас и так с тобой максимум отношений. Так что чё? Синт. It must be terminated. На немножечко все-таки каких-то, ну, 38-й. А, да, ей им не понравится, скорее всего. Хотя могли бы забить, но там и ничего интересного особо. Ну, дворняжки. Основное попытаемся сэкономить, возьмем дробовичком их. Ну ладно, третью не будем искать. Все же я отчасти пытаюсь понять лор игры. В том плане, а как люди могли выжить в радиационном заражении. Не из бункеров. Ну вроде у него, или это у нее сейчас? У нее. Нет, у него. Да. Х-клетка-то была, так что ништяк. Ну, все остальное пока экономим крышки, нам, оказывается, они слегка нужны. Не критично, но нужны. Этому, возможно, сейчас втарим за хлам у него. Да, давай. У него должно было как раз обновиться. Целая плазменная мина. Давай. Вот умный кот. Ты клонируешь кошку, раз у тебя кошатина появляется вечно. Давай, сталь, что-то у нас... И там стали много понадобится потом. Хотя я думаю, мы ее и так найдем. Но что-то у тебя все равно же брать надо. И там не будем делать. Вот так. Скорее тебе просто впаривать можно. И все. Но в неком смысле мы сделали крюк. До ну, в целом это да, до Diamond City, но вообще до переулка. Вот видите, сейчас стабилизировалось. Century. То есть проблем там сейчас быть не должно, если мы его не будем посещать.
Ну, небольшой, может быть, да, крюк мы сделали. Все равно вот так нам придется обходить. Пока мы боимся автоматона. Хотя я уже более прокачан и более готов. Но не нужен, исходя из ресурсного плана. А вон рейдеры, кстати. Опять. Но таким образом можно обходить все преграды. Но опять же... Да, здесь это значит разовый скорпион. По-моему, так оно и было. Всегда. Вот. Но здесь тоже две точки берем. А, да. Мусорщики тогда, получается, против рейдеров. Окей. Ну, в целом можно для ускорения брать ближний бой. Хотя слегка рискованно. Все. Ну и просто собираем. Сейчас мы и до вас дойдем. Оу. Ну я в принципе не удивлен. Давайте все-таки скинем. Действительно. Всякую лажу. Ну я не удивлен, потому что мы нагружены частично ресурсами. Здесь ничего не должно быть интересно. Давайте лучше постараемся опыт взять. А, все, я понял. Тогда все равно, да, плевать. Раз зашли, то берем мартышку. Как же меня бесит эти искусства, что они забаговали. В итоге они потребляют события. То ли их убить, я вот понять не могу. Кстати, надо было, да, еще раз проверить на мины. Ну, как-то странно. То есть, хочу появляюсь, хочу не появляюсь, но они должны появиться, но не сразу. Не, в неком плане это логично, наверное, для игры так делать. Иначе могли быть проблемы, что там, допустим, кто-нибудь нарвется на мины, обезредит. Или, наоборот, умрет. Поэтому у него... Появится только в определенный момент. Там круто крысы. Да. Присядка не очень поможет. Главное, не зарази меня. Но тут вот проблематично не попасть на заражение. Теперь можем побольше у него взять. Даже его полностью. Нам нужен мир. Желательно весь. Ну еще и кошак там ноет. Я оставил разве включенным маяк для вербовки? Но здесь уже больше рейдеры не должны появляться, но они появились. Что за фигня-то такая?
Но можно было просто проскочить. Хотя это так слегка повышает опыт. Странно. Вроде они больше не должны появляться. Но может у меня изменился слегка рандом. И они здесь вечно воскрешаются. Либо я их просто обходил. Мне не нравятся они. Да, походу... Там забаговано. Так, ну давайте пока скинем основную вещь. Еще тоже точку проверим. Собачительно есть. Но частично тогда будем скидывать. Ресурс. Вот тебе и пищевая паста. Но мы еще один рейд точно успеем сделать. Котсворт, ты разбаговался или еще нет? Теория, я ему могу помочь. Если я построю здесь грамотное то самое поселение, то можно его вытащить оттуда в теории, опять же. Да, ну я хотел бы весь, но... А бутылок мало, ладно. Тогда... Сохранить весь хлам. Вообще, патроны, да, для дробовика обратно. Что-то я... Откуда здесь крышки? Странно. И сейчас будет веселье. Стрелки. Ой, я... Так, держим расстояние, заходим. Если же... Что они собирают? Мы с ним сейчас еще поторгуем, но собирает урон. Если что, в них кидают гранаты. Черт. Добить, окей. Там они еще где-то есть. Получается, дитя атома там тоже есть. Да. Теперь надо выкурить дитя. А оно в том здании. Что там, forgive me? Главное, держим расстояние. А, это пофиг сейчас. Ну или солнце потом, когда будет работать, радиацию скинет. Ой-ой-ой-ой. Еще один стрелок. Хорошо, хоть рядовой. На в тело сейчас Пайпер добьет. Ладно, я добью.
Ну, нас обнаружили, это скорее караван. Они охраняют ее. А нам теперь появилось, что тебе продать. Так, аккуратно еще. Слегка странно, что дети Атома носят самые крутые гранаты. Атомные. Хотя с учетом того, что они психи. Слегка иллогично. Вот там еще сдох. Нет? То есть это ты и есть не... Я же вроде здесь забил. А, или он на меня потом пошел. Тогда да. Тогда да. Ну как крикет. Или она крикет. Мне нравится, что она говорит, как учишь. Я посажу деревья и взорву их в твою честь. Да. Ну вот жми и молись, мы уже, в принципе, можем купить. Хотя мне в целом несущественно, но такая нормальная тема. Можно просто подождать, будет чуть дешевле тогда. Ну и патроны тоже пока мы еще можем на скидках посидеть определенных. Ну... Все-таки выкупим. Давай дробовик. Раз у нас частично с дробовиком проблема. Чисто вот так вот, да, чтобы крышки получить. Вот. А Котсворд, скорее всего, так еще и застрял, да? В режиме «Я застрял». Он вот там вот. Но это нужно строить второй этаж. Мы к этому пока не готовы. Продолжаем, значит, задачу снабжения. И на следующей задаче снабжения... Сохраняемся. Еще, кстати, да, винты можно было оставить. Ну тут, да, понятно, что ядерные эти весят в основном. Кстати, как вариант, если вам ничего не попалось, пути, легендарное оружие хорошее, жми и молись. Один из основных вариантов. Все еще остался, ну давайте выключим. Включенным, пока мне не нужны лишние поселенцы. Вот. А, ну в Сенчуре, да, ничего не надо, мы все в центр тащим. Ну погнали, в Сенчуре достанется все, что мы тут возьмем. Пути. До рейдеров мне дела нет, там легендарных не было. Туда спускаться, подниматься, мэ, лишнее время. Мэ.
Institute. Но честно, сценарий, что его завалило. Ладно, там я могу поверить в телепортер, хотя тоже довольно странная вещь. Вот. И что они ресурсы добывают таким образом. Посылая синтов. Для меня это лично как-то дико. Странно, дико. И еще раз странно. Кстати, таким образом набиваем пищевую пасту. Я сейчас проверю, нужно ли. Да, можно. Нет, пищевая не досталась. Не в каждом рейдере, не в каждой такой встрече есть пищевая паста, ну ладно. Хотя с учетом того, что мы только еще один заход сделаем, не очень было применить рациональную пасту сейчас. Понял. О'Коннелл. Фредди. Люблю я их. Быстро умирают, быстро опыт. Часто срабатывает савант. И опыт увеличивается еще. Между прочим, я вот на рейдах здесь тоже иногда очищенную воду таким образом поднимал. Слегка количество за счет... вот это вот ходьбы вечный. Еще один. Вдруг это было легендарное, вы его забрали. Так что надо посмотреть. Два, но обычно три рейдера должно быть. One raider, two raider. Не буду, да, по той стороне, хотя вроде могу. Все равно не добьет автоматон, но пока обход такой. Чик-чик. Маскировка включена. Как бы еще замаскироваться от кота, но вот в чем вопрос. Как будто мы там перестреливались, но там не может быть их. Там пост атом... ну, да, хотел сказать атомных котов. Но детей атома. Вообще-то. По большому счету мне нужна только очищенная вода. Для того, чтобы мы имели возможность... Между прочим, у меня были ядерные блоки. Можно было попытаться проверить, можно ли туда войти. То бомбоубежище. Вот. Но нам нужна очищенная, чтобы мы могли делать рейды. Если мы получим очищенную, желательно штук 50, то я могу
несколько серий стопроцентно делать дальше в норме. Еще вроде даже 12 часов не прошло, потому что еще достаточно накидывается. Ну и таким образом, пока мы идем, задачи снабжения выполняем. Хотя да, мы теперь еще и получаем стабильно, приходя в поселение, всяких стрелков в их ловушках. Не, ну генер работает. Хлам не сюда, все-таки в сенчуре. Надо бы... Ну, давайте возьмем. Там в автомате понадобится. Грязная вода, неужели? Но... Больше мы ничего не встретим. Только уже напрямую у сенчери. Хотя очищенную мы могли взять на обратном пути, но... По большому счету, не особо холодно или жарко. Мы же все равно возьмем очищенную воду. Но я мог сначала в сенчере, например, сгруппировать. Хотя ресторан потом тоже будет на продажу и все такое. Так что я решил ничего не брать. Хотя надо бы там посмотреть, нет ли мяса лишнего. И все такие дела. Либо просто производственный цикл только сейчас закончился, воды. Либо грязная. Тем более, да, здесь же грязной воды не было. Насколько я помню, значит, скорее всего, цикл просто сейчас закончился. Как-то не парадоксально. Но сейчас есть теперь запас, вот 60. Я говорил про 50, а у нас теперь 60. И мы еще не дошли до Сенчи. Вполне возможно, в Сенчи тоже организовался. Мы сейчас возьмем соточку воды. И с проблемой снабжения мы закончили. Пока что. Кошаку что-то надо, я его слышу даже через наушники. И скорее всего он попадает в запись, но что я могу сделать с ним? Ровным счетом ничего. Ну что будет? У меня очищенная вода. Шикарно. Ну, возможно, и баг. Возможно, только сейчас она должна была появиться. Все, это оставляем. Тогда идем. Переулок. Если не забагует опять Сенчи. То тогда мы в переулке дальше развиваемся. Так, а, ну и здесь, кстати, радиацию. Проверили. Можно еще урожай собрать. Но я, так как мы довольно долго путешествовали, хотел ловушки проверить. Походу нету. Кошак очень хочет ко мне и очень хочет получить. Жаль, я не могу отойти, понимаете? Это на запись-то повлияет время. Конечно, ему нужно прямо сейчас показать, кто в доме хозяин.
Но я не могу показать, кто в доме хозяин. По-моему, сама стойка забагована. Все-таки дело было не в тебе. Давайте ее слегка перенесем. В магазин. Мне кажется. Там потом найдем места, где что должно размещаться. Вот. И что еще можем с собой взять? Как будто бы один работает магазин, 29 крышек. Как я его хочу просто грохнуть? Этого кошака? Реально напрягает со своим этим. Ну что тогда, да, тем более оленей дофига. Чтобы у нас, да, туда запас переносим. Одного съедим, наверное. Кусочки. Но мы помним, что мясо можно, вроде бы. А для ловушек и надо мясо оставить, между прочим. Да, и у нас все равно по перевесу. Мы еще с собой возьмем. Тогда так. Тогда олени это... Ну, я же еще хочу побольше ловушек. Погнали, пейпер. Ну, там обычно редко появляется. Давай смотрим там. Ближайшая точка врагов. Я... Если ты так дальше будешь, кошак, продолжать, я успею серию, называется, закончить, а потом тебе дать по шее. Ну, потому что реально просто террорист. Опять он начал терроризировать. Чуть никого нет. Тогда, я думаю, правее держаться, сэкономить время. На крюках всяких. Мы все равно идем через Корвегу опять. Слушай, персонаж, давай быстрее иди. Потому что кошак что там наглеет. Еще надо собачатина, кстати, взять. Ну, в крайнем случае, ладно, там сделаем на месте. И часть собачатинки там уже вроде есть. Олени не хочу, потому что олени это именно вес. А по большому счету охотничьих угодий у нас теперь не будет. Все олени были вокруг. Не, ну там тоже есть, так-то подумать, если в Бостоне. Да, но... Кстати, за счет того, что мы там взяли очищенную воду тогда, нам не придется тут лишний раз тратить время, чтобы забежать. Малость, но приятно. А, радиоактив. Радиоактив. Радикал. Но с другой стороны, там точка вообще респа, которая респанулась, небось. Ну ладно. В ресторанчик. Тем более меня кошак напрягает. Но он уже к тому времени заснет. То есть я его не успел наказать. Соответственно, он будет продолжать потом терроризировать. А я с этим ничего сделать не смогу. Тяжела жизнь блогера, ютубера в этом плане. Но если бы был бы стрим, я бы мог на это потратить время, а так как это запись, то я ее выкладываю и уся. Она должна быть максимально идеальна. Ну, по мере возможности.
конечно же. И вот радиоактивная буря. И я задамся одним интересным вопросом. Вот там сейчас, небось, будет опять сражаться кто-нибудь. Вам в радиоактивную бурю не сложно сражаться, ребят, и вообще бегать? Вы адекватные? Силуэт вижу. Да, самый... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребят, я вообще буду держать расстояние, я помню. Молотого кола. Меньше получу опыта, зато... Все ништяк. Зато Виктор все еще жив. Капитан. Че, перебили детей атома, что ли? Да нифига. На, под ребро там. В ножку. В живот. В живот. Там получилось в спину. В спину. Промазал, надо было все-таки брать упреждение. Но пока можно чуть ближе. Пайпер. Бери мою очищенную воду. И бери моих оленей. Насколько можешь, настолько и бери. Да, захватили. Вообще, вроде еще одно осталось. Желательно найти еще одного стрелка. Труп. Он вроде здесь. Получился, не? В том плане, что у стрелков-то довольно такое дорогое вооружение. Его лучше брать. 0+. Группа крови. Но может та и была. Ну, помимо этой. Да. А легендарных нет. Ну, вот здесь, типа, сдохла. Может, она и была. Той, которую я грохнул, но что-то не очень похоже. Хотя, с учетом того, что это третье, ну, точнее, второе дитя, а третье, значит, было наверху, и действительно все. Но и стрелков должно быть три. Но тяжело найти. И вот видите, очищенная вода. Как вариант, можно добывать. Таким образом. Смотрел туда, повернулась сюда. Круто. Прицел. Че, никого там не респанулось? Может, мины? Ну, почти. Фьюри должен с собакой, ну ладно. Не будем усердствовать.
А это, видать, в той точке перестрелка. Кстати, прикольно, да, что свет-то идет с пип-боя, если посмотреть. Че, я не удивлюсь, что это опять искусство. Против искусства. Я мазал-то в капитан. Есть такой вариант, если я между ними встану, они в меня не попадут случайно. Тем самым не станут моими врагами. Честно, на этот раз человек побеждает. Да, забаговалась. Ой, кошак, походу тебе не повезло. Ты сейчас допрыгаешься со своим нытьем. Я уже почти добрался до висельника, осталось только будет, по сути, посидеть еще один раз одну точку, и кошак получит у меня по башке. Со своим нытьем. Ну вот видите, теперь опять рейдеров нет. Нет, есть. Ну, мы можем просто перескочить. Ну, или один рейдер остался. Просто пойдем мимо, и нам плевать. Он, скорее всего, именно внутри корабля рейдер остался. О, разбаговался. Почти. И вот теперь я, да, наверное, еще и Котсворда возьму. Ну, в общем, все наладилось за одну серию, в принципе. Единственное, я забыл слегка. Но, надеюсь, все ништяк. А, да. Ну, автоматически разбаговалось. Просто теперь от Сенчери нужно держаться подальше пока что. И все должно быть ништяк. У этого вода защита есть. Пару мест. Ну там тупит. Пока включу, может быть, придет. Хотя мне не особо нужны. Где Пайпер? А, вот, Пайпер. Жареных это. Сейчас скидываем вот это вот. Берем точку. Зачищаем. И потом что-нибудь творим. Что творим, пока я не знаю. Но вот теперь явно мне хватит надолго. Черт, случайно закинул оленя. Единственное, меня, честно говоря, сейчас патроны напрягают. Здесь нету запасных, например, здесь вообще нет запасных патронов для моих основных калибров. Вот это вот, возможно, еще все-таки подумаю решить. Потому что если кончится, то что я буду делать, бегать? Так что, скорее всего, еще одну серию на снабжение потратим. Такая вот тема. Либо, я думаю, перед тем, как действительно снабжать силу, может быть... А, но все равно, да, мы не можем, если патронов не хватит. Это будет залет. Это будет откровенный залет. Я пока хочу только отбивных посмотреть. 30 штук.
Ну, снабдить тоже надо. Вот. Единственное, я думаю, отпускать Пайпер, не отпускать здесь. Ну, пока мы будем, да, таким образом набиваться. Слушай, давай. Да. Переулок. Ну, ты и так тут в переулке, так что чуть тебе париться. Ну, все, да, спим с Пайпер. Должно быть все ништяк. Еще одна все равно миссия снабжения. Я объяснил, почему без патронов мы... ничто, по сути. Вот. Ну и небольшой подкач и все остальное. Объятие любовника, все зашибись. Вот, да, спасибо за просмотр. Всего наилучшего вам.